Эдуард Николаевич Успенский, писатель, поэт, сценарист. Свое творчество посвятил детям. По его произведениям снято множество мультфильмов. А еще Эдуард Успенский – один из создателей программы «Спокойной ночи, малыши», которой уже 55 лет. Давайте сейчас вместе вспомним одно из его произведений. Рыболов. За город начал рыбак собираться. Удочку взял, чтобы рыбу ловить. Взял дождевик, чтобы им укрываться. Взял самовар, чтобы чай кипятить. Взял он кровать, чтобы спать на кровати. Взял он ковер, чтоб на нем загорать. Взял он дрова, чтоб ему не искать их. Взял чемодан, почему бы не взять? Взял кирогаз, полотенце, мочалку, книги, журналы, кресло-качалку, лампу, ружье, сапоги, одеяло. Взял он собаку, чтоб все охраняло. Ровно 2000 нужных вещей стал он укладывать в лодке своей. Лодка качнулась, воды зачерпнула, перевернулась и вмиг утонула. Ровно неделю потом из реки вещи вытаскивали рыбаки и говорили: «Послушай, чудак, ты кто угодно, но не рыбак. Ведь для хорошего, для рыбака, удочка только нужна и река».